Вот это не рыба. Не заливная рыба. Это... Хрену к ней не хватает. Женя Лукашин, он один такой, другого такого никогда не будет. Так трогательно, что разрывается сердце. А еще Новосельцев из служебного романа. Я пришел... Меня не знаю... Вот. И Карандышев из жестокого романса. Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым. Русский интеллигент кажется точно такой, каким его сыграл великий актер. Робкий, ранимый и бесконечно добрый. Всенародную славу и любовь зрителей Андрею Мягкову, пожалуй, принесли именно рязановские фильмы. Но вот мало кто знает, что на съемках «Жестокого романса» бесконечно любимый всеми советскими зрителями Мягков чуть не погиб, когда снимали эпизод, где обезумевший от ревности жених догоняет на лодке пароход, артист слишком близко подплыл к огромному грибному колесу. Одна лопасть ударила по носу лодки, и Андрей Мягков мгновенно оказался под водой. Никто из очевидцев не сомневался, что он погиб. Но Мягков выплыл и, по словам оператора Вадима Алисова, в шоке крикнул коллегам: «Парик я потерял, а очки успел схватить». Впрочем, великий актер смог не стать заложником образа потерянного русского интеллигента из рязановских фильмов. На театральной сцене он поднимался до самых горних вершин искусства лицедея. Алеша Карамазов, барон в «Горьковском на дне». Нашему земляку, актеру из Нижнего Новгорода Андрею Ильину, посчастливилось служить вместе с Андреем Мягковым на сцене МХТ имени Чехова. Вот что он рассказал нашей телекомпании. Вот актер, который всегда... исповедовал школу Станиславского, школу МХАТа, его традиции, его какое-то верное и правильное направление. А еще Андрей Мягков был не только великим актером, он был огромной души и сердца человек. Однажды он подошел ко мне, как раз они шли вот со своей супругой, где-то мы встретились во дворе, паковали машины. Вот, он подошел ко мне и по поводу одной моей работы наговорил мне кучу комплиментов, что было для меня просто вот орденом славы. То есть я был просто польщен его похвалой, его восторгами, как бы получить одобрение со стороны такого потрясающего актера, именем которого, естественно, дорожил и я, и все мои коллеги. Актер-легенда, человек-легенда. Кажется, вместе с Мягковым уходит целая эпоха. Такая добрая, светлая и немного наивная. Юрий Чухин, Любовь Соловьева, «Время новостей».